Благое дело – священный для всех мусульман месяц Рамазан. Активисты благотворительного фонда «Зекет» и сотрудники областной и городской мечети сегодня провели акцию. Они раздали 100 семьям продуктовые корзины «Рамазан Хоржина» с мукой, растительным маслом, макаронами, чаем, луком и картофелем. Тем, кто не смог прийти, продукты доставят домой. Агбупе Шуханова пост держит в пятый раз. Она одна из тех, кому оказали помощь. Спасибо большое работникам мечети и фонду «Зекет», что оказывают помощь семьям. Рамазан – это месяц хороших дел. Священный месяц Рамазан принято помогать нуждающимся. Фонд «Зекет» на протяжении многих лет не остается в стороне и оказывает поддержку людям финансово, продуктами питания, дровами, углем и многим другим. Также во время уразы для мусульман мечети проводят ифтар. Сегодня наши братья из Турции привезли 100 мешков муки. У нашего фонда есть специальный счет, куда люди отправляют деньги. Мы на эти деньги проводим такие благотворительные акции. У нас также есть акция «Умерге Умы Цейла», в рамках которой мы помогаем детям, собираем деньги на лечение. Месяц Рамазан учит людей любви, единству, равенству, дает надежду, очищает сердце, наделяет терпением, говорит главный имам областной мечети Кызылжар Хамзат Адильбеков. Наша мечеть благотворительностью занимается всегда, не только в священный месяц Рамазан. Но в священный месяц эта благотворительность удваивается. Совершать добро – это большой и хороший поступок перед Всевышним. Поэтому хочу призвать в этот священный месяц совершать как можно больше добрых дел. На протяжении всего месяца представители мечети и фондов окажут значимую поддержку североказахстанцам. В ближайшее время ифтар проведут в детских домах, в домах престарелых, колониях и других учреждениях. Камила Карим, Шерниязыманов, МТРК.